Наталье я покажу макияж из 5 продуктов. Всего 5 наименований нужно для того, чтобы сделать макияж красивый и свежий. Тональный крем, консилер, кремовые румяна, тушь и цветной гель для бровей. Для начала наносим тональный крем легкими движениями от центра лица к вискам, обходя область вокруг глаз. Не забываем про шею и не забываем про мочки уха. Наносим консилер локально, там, где нам нужно покрыть более проблемные участки, то есть зона синячка. Начинается от внутреннего уголка глаз, крылья носа, центральную часть носа. Также это выполняет функцию хайлайта, то есть экстра высветления. Немного подбородок. Наносим корректор вбивающими движениями. Следующий этап – кремовые румяна, которые мы наносим на центральную часть щечек. Если вы чувствуете, что продукта слишком много, чистым пальцем можно подтушевать излишки. От центральной части лица можно немного уводить на скулы. Этот же продукт мы наносим на губы. Тем хороши кремовые текстуры, что они могут быть использованы как мультипродукт. Остатки на пальчики мы наносим на века для того, чтобы освежить. Цветным гелем для бровей мы окрасим брови и одновременно зафиксируем их. И последний этап – тушь для ресниц. Наш макияж готов. А теперь для завершения полного образа я сделаю модный пучок. Для этого я использовал пену, фен, стайлер. Сделаю легкий начес для объемного пучка. Делается он достаточно просто. Я делаю узел. Для этого мне еще понадобятся шпильки для фиксации пучка. Пучок не должен быть четким, он должен быть размытым, воздушным. Я немножко его разобью и зафиксирую лаком. Наш пучок готов.